Вы смотрите обзор товара «Оцинкованная грядка Мир 4 метра». Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Комплектация грядок – оцинкованные гладкие и полимерные цветные. Борт боковой – 4-2. Борт торцевой – 2-1. Стяжка – 1 пара. Угловые колышки – 8 штук. Крепеж, болты и гайки – 1 комплект. Инструкция – 1 штука. Порядок сборки грядок. 1. Установите на каждый колышек по 4 болта и закрепите их с помощью гаек. Болты устанавливают резьбой внутрь колышка. 2. Соедините торцевые и боковые борта грядки с помощью колышков. Закрепите их гайками. 3. Если длина грядки превышает 1-2 и в комплекте предусмотрены стяжки, установите их. 4. Установите грядку в выбранном вами месте. 5. Выровняйте грядку, углубив колышки в землю. 6. Засыпьте грядку землей. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.